Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Самый добрый, красноносый, бородой весь зарос. Он подарки нам приносит. Это Дед Мороз! Вот и я до вас добрался. Очень много задержал. Дед Мороз сегодня с нами. Самый главный из гостей. Dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know. Хоккейный клуб «Буревестник» организовал праздник для детей из детского дома номер один и для детей, которые пришли сегодня на каток. Дед Мороз устроил для них веселые конкурсы и викторины. Они рассказывали ему стихотворения, а также катались на перегонки по хоккейной коробке. Детям очень понравилось, и они, наверное, еще раз придут сюда в эти новогодние праздники. Каталась, получала подарки, рассказывала стих. Папа елку украшает. Он сказал, что детям всем этой ночью разрешает не ложиться спать совсем. Раз в году такое можно, только раз, под Новый год. Но представьте, как нарочно, как назло зевает дом. Сторожу свою квартиру, жду ответа на вопрос. Как подарки в этом мире нам приносит Дед Мороз? Как он к елке проберется? Где его волшебный путь? Ну да я с собой пораться, чтоб дождаться не уснуть. Расскажи, понравилось тебе? Да. Понравилось? Что ты делал? Я рассказывал стих, да? Играл. Играл? Ничья команда победила? И сразу убой. Да? Ничья была, да? Да. Тебе понравилось, да? Это лучше, чем читают с телевизора. Да. Да? Ты что, еще придешь кататься? Да. Новогодний Дед Мороз, нам всем праздник он принес. Расскажу ему стишок, пусть подарит тебе мешок. Встану утром рано, поцелую маму, загляну под елочку, уколюсь иголочкой. Кто же мне подарочки тут принес? Мама или Дедушка Мороз? Мама елку, ой-ой-ой, Дед Мороз пришел живой. Борода да борода, а на шапке та звезда. На носу да крапины, а глаза да папины. Ой, спасибо. Christmas is BYD. Jingle bells, jingle all the way. Забинфо поздравляет всех с Новым годом и желает вам провести эти праздники на улице, катаясь на коньках, на лыжах, а не сидеть у телевизора и есть салаты. С Новым годом вас, друзья!